Крупнейший в Индии парк крокодилов пытается выжить в условиях пандемии. Он закрыт для посещений с середины марта, и когда откроется, пока неизвестно. По словам руководства, денег в бюджете осталось только на 3-4 месяца. Обычно половину доходов приносила продажа билетов. Принимая во внимание текущую ситуацию, мы не ждем больших доходов от продажи билетов. Поэтому мы начали искать средства, чтобы прожить этот год. Парк ежегодно посещают до 5 миллионов человек. Из-за карантинных ограничений уже потеряно не менее миллиона клиентов. Оставшиеся деньги тратят на корм для питомцев. Ухаживать за крокодилами теперь тоже непросто. Несколько коллег сейчас находятся на карантине. Мы работаем посменно, поэтому возникли сложности. Нагрузка стала большой. Нам нужен весь персонал, потому что здесь много животных. Парк собирает пожертвования, а также публикует видео на YouTube. Доходы от роликов пока небольшие, но руководство надеется на успех в будущем. Парк работает с середины 70-х годов и за это время вырастил более 5000 крокодилов. Сейчас здесь обитают более 2000 хищных рептилий 14 видов, 3 из которых редкие.